Миш, поздравляю с дебютом. Ты когда мечтал, думал о дебюте, представлял, что это будет дебют в дерби на переполненной арене? Спасибо большое. Нет, если честно, до конца еще не верится, потому что я очень благодарен, что мне такой шанс дали. И до сих пор еще не верю в то, что я вышел. Нервничал? Ну, конечно, нервничал, потому что первый раз в стартовом составе вообще на таком матче напряженный. Очень нервничал. В соперниках один из лучших бровочников чемпионата Марио Фернандес. Таких в молодежке нет. С такими, я думаю, ты раньше не встречался. Каково это, сдерживать его и самому не забывай ходить вперед? Ну, конечно, уровень намного выше здесь, и с ним очень сложно было играть. Но я старался, и не знаю. Когда тебе эмоционально так, ну, отпустил, и ты как-то вошел в игру? Нервы когда закончились? Ну, наверное, уже в начале игры, когда уже партнеры, ну, подбодрили, уже какие-то действия были мои, уже все, волнение отошло, и больше уже втянулся в игру. А вот эта вера в победу, она сразу была или как-то по ходу матча приходила? Ну, да, конечно, всегда верили в победу, сегодня на поле была команда, и мы бились друг за друга. Тоже просил от нас тренера, выполняли установку и победили себя.